Опыт и знания. 17 апреля в России отмечается День ветеранов органов внутренних дел. На 140 мест больше. В сентябре в поселке Заветном должен начать работать новый детский сад. Незваный гость. Житель Армавира вынес из дома знакомого ценные вещи. Смотрите программу «Новости 24» по будням в 19 часов, повторы в 6 утра, в 6:30 и в 12:30 дня. Видеоверсия доступна на сайте www.ravita.info.